внутри. Хаю-хаю, с вами я, Ярослав. Ну, новый ролик практически про... Ну, там, короче говоря, заперся, короче. Вот, короче, новых персонажей, к сожалению, не выйдет. Да, сори. Да, ну вот у нас зомби. Зомби там стреляют. Стреляться от зомби, блин. Угу. Что за игра? Надо защищать зомби. Убивать зомби и делать все... Это Roblox, да? Да, Roblox. Я целый день буду его играть. Блин, патроны кончились. Резетка. А, нет. Ну, у меня патроны кончились, блин. Ну да, видно, что патроны кончились. Хана, блядь. Ну, давайте другую карту. А то у меня кончились патроны. Так, сегодня... Как сегодня вторник. Ну, кажется... Ну, так, придумал. Так. У нас что сегодня? 6. Так, сегодня 6, можно поиграть ИСИ-пишеньку. Так, какой же у нас выберется? Русская рулетка началась. Ну, кажется, здесь начинается русская рулетка. И это. Нет, там уже 2 человека. Ну, короче, не буду париться, и я возьму для вас подобный ролик с лифтом страшным. Блин, персонаж... Да нажимайся ты уже, это персонаж с SCP. Угу. Ой, чё у меня собака? А почему вы Ярославом стали? Так зовут меня. Игра началась. Почему Ярославом стал? Так захотелось. Так, Фред, что-то там, Фред Боу. И, кстати... А в прошлый раз как тебя звали? Кого? Тебя. Не Ярослав. Не, раньше. Раньше? Как же ты назвался-то? Я забыл. Ну, как там? Игорь. Игорь называл себя, да? Ой, что за нубасиковая голова? Ой, что это, Голден? Что? Я готов, блин. Боже, что я нажал? Это щеки, да? А, нет. Кто это, блин? Это кто? А что... А, это чайки. Прикольная игрушка. Ну да. Чайки неожиданно появился так. И что у нас ждет? Страшная расслабляющая музыка. Так, а что у нас на другом этаже ждет? Что это? Экзосоникск? О, нет. Нубасик. А, ну. Все, я смотрю. Ну как? А, ИСИПИ, я люблю этого. Блин, сейчас заспавнится. Говоря, блин. Там люк. А, блин. Че боишься? Да он резко такой, бац, появился. О, эти новые персонажи, я прочитал так. New Killer, новый убийца. Новый убийца? Ну да. Он достаточно... Вот этот маски был каком-то страшным. В начале ничего не было. И как я немножко, когда к нему пошел, бац, появился. Не, реально страшно. Сейчас какой-то маленький карапуз будет. Ну-ка, чеки. Так, ну хватит меня пугать, нубасик, блин. А, снова? Так нечестно. Там-та-дам, сейчас там-та-дам. Появится там-та-дам. Та-дам, там-та-дам. Все там-та-дам. Тун-ту-дум, тун-ту-дум, тун-ту-дум.
Тун-ту-дун, тун-ту-дун, тун-ту-дун. Он как залез на трубу? Он что, скалолаз? Не знаю, не знаю. Да. Ну, делай мне. А! Ты меня испугал, дубасик. Ну и выжившие. Всё. Я помню, в некоторых симуляторов выговорил. Там было цифры, а здесь что-то другое. О, сегодня надо поменять штаны. Бур. А! Человек такой. Черное чудо-юдо, которое нас всех мучит. Все. У кого есть ключ? Да. Какое-то чудо-юдо. Прекрасное чудо-юдо, блин, которое просто расслабляющее. Тут говорится... Стой. Да куда ты пошел? Тут тебе дают поинты за боже, а ты какой код ведешь? Как я помню, в зоне 51 вот раз тут. Ну тут тупой. Да отойди свою бошку. Кто это такой? О, я пришел. Теперь я Ну нет. Ну снова этот. Кристалл Уэй. Здесь, видимо, должен появиться Слендер. Вроде бы. Это маленький, большой, фрыженутый маньяк-убийца. Что может быть худше? Так, получается, пароль просто 7-7. 7-7-7. А что он нажимал там? Видимо, 1-7-7-7. Не сработало? Тогда из зоны 51 код надо ввести. А ты где вещи коды берешь? Ну, там в листиках нахожу. И списываю это. Ты уже не знаешь код, короче, ищи код. Ну да, в некоторых локациях есть код. Блин, что это было? А, зона 51. Фредди Крюгер. Угу. Все, я заберусь. Ну, говорится, здесь полный ад творится. Хватит преследовать. Да вот сейчас так. Вот так сейчас сделать. Я выжил. Прекрасно. Как раз время. Как раз время. Ну, вот такое у нас видео получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и что? Спасибо за просмотр. Адьос!